Игроки хоккейных клубов Петелина, Чистцы и Назарьево, как никто другой, знают, что всякая погода – благодать. Температура воздуха чуть выше нуля. И хотя все необходимые меры для сохранения льда были приняты, играть непросто. Лед тяжеловатый, но для такой погоды, думаю, всех устраивает. Все отлично. Праздник. Единственное, трудный лед. Сегодня погода такая мягкая, конечно, играть тяжеловато. Но команда играет достойно, и соперники вышли в финал. Я так думаю, нормально будет. Про них говорят равные соперники. Такой вывод позволили сделать предыдущие матчи. До финала Кубка Чистцовского поселения дошли сильнейшие. Всего в турнире приняли участие 4 команды. Петелина, Снежинка из Горок Десятых, Голицынский Метеор и Назарьево. Мы уже не первый раз играем. Недавно приезжали сюда играть товарищеский матч. Проиграли 7-5, достаточно опытная команда. Ну, я думаю, игра будет сегодня равная. Зрителям финальной игры Кубка главы Чистцовского поселения уже с первых минут было некогда скучать. Опасных моментов достаточно и у ворот хозяев льда, и у гостей из Назарьева. Финал завершился со счетом 3-2 в пользу чистцовских хоккеистов. Ну, конечно, родные стены помогают нам. Сейчас мы довольны. Болельщики пришли, что и ожидалось. Как всегда, все на высшем уровне. Кубок главы Чистцовского поселения остается дома. И теперь игроки хоккейного клуба «Петелина» надеются помериться клюшками с командой «Армада», за которую играет глава Одинцовского района. Евгений Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».